Всем привет! Сегодня речь пойдет об очень редком, просто безумно редком фаленопсисе эквестрисе, вернее, вариации фаленопсиса эквестриса. Но перед этим я хочу сделать небольшое вступительное слово. Помните, я во многих видео говорю о том, что фаленопсис эквестрис бывает очень разных размеров, от очень миниатюрных, как вот у меня есть фаленопсис эквестрис пинк, очень миниатюрный у меня фаленопсис эквестрис бисто, прям у них листочки 5-7 сантиметров, очень-очень маленький, это взрослый размер. Да, а могут быть еще чуть-чуть меньше. Есть у меня уже более стандартного размера для фаленопсиса, по 15-20 сантиметров листья. Есть и больше. Вот такой вот он разный в размере, и не надо, сейчас я говорю, не надо бояться, они не маленькие, они уже взрослые. Это нормальный размер, не переживайте, что они у вас больше не растут, не надо их ничем закармливать, ничего предпринимать, они такие должны быть. И я думаю, вы часто сами задавались вопросом, но почему же так происходит? Ведь есть какая-то, да, какой-то стандарт, есть номинальная форма фаленопсис эквестрис, он должен быть таких размеров, а у меня не такой, значит, что-то не так. Вот сейчас мы с вами выясним. Есть действительно номинальная форма, об этом есть видео я снимала. Там я описывала и цветок, и куст. Можете посмотреть, вверху уже вылезла подсказочка. Так, есть определенные моменты, которые характеризуют эквестрис, то есть там форма листа, но размер листа, крас листа, в общем, много-много всего. Но и существуют варитеты, которые в целом повторяют эквестрис, номинальную форму, но есть небольшое отличие, которое их выделяет. Поэтому, собственно, до наших уже дней дошло такое разнообразие по цветовым вариациям самих, да, цветов, по вариациям размера куртин. И мы с вами наблюдаем такое многообразие. Ну что ж, с вступительным словом буду заканчивать. Вы пока рассматриваете, а я вам порассказываю. Итак, в этом видео хочу рассказать вам о вариации фаленопсис эквестрис таголок. Упоминаний о ней крайне мало, фото нет. Также я не нашла сохранившиеся гербарии или зарисовки этих гербариев. Есть только совсем немного информации, упоминания в монографии Кристенсена и очень старых книгах. Итак, об этой форме упоминает Кристенсен в своей монографии по фаленопсису. Он ссылается на Цезаря Запата. Цезарь Запата называет эту форму таголок. Эта форма отличается очень большими листьями, около 60 сантиметров в длину. Ребята, около 60, это просто, это гигант. Я не знаю, я даже не могу представить такой эквестрис. Я бы, честно, безумно бы хотела увидеть это чудо вживую. Представляете, 60 сантиметров лист. То есть, ну, у меня ладонь 19 сантиметров, это вот три мои ладони, это просто огромные листья. Вживую. Боже, увидеть бы это вживую. И также Запада отмечает, что около 60 сантиметров и даже больше бывают. Очень длинные цветоносы, более 1 метра. Представляете, вот наш любимый фаленопсис эквестрис, вот эта вот миниатюрка буквально. И тут такой цветонос удочка, да, в 1 метр. И это вот, кстати, ответ на вопрос многих. Вот у кого-то эквестрисы на очень коротеньком цветоносе цветут, таком прямостоячем или немного арочным, да, а у некоторых прям такой жираф вырастает. Кстати, не так давно в моей группе на ФБ Фаленопсис Эквестрис Фанс я показывала, и другие участники показывали вот эти вот удочки длиннющие цветоносов. Вот у меня, кстати, да, вы можете посмотреть, есть. Он очень-очень длинный, он не поместился в кадры. Вот он дальше идет. Просто безумной длины, наверное, сантиметров 40. Цветонос, то представляете, метр. Это просто вау, и это эквестрис. И я, когда первый раз читала об этом, я подумала, боже мой, так может они там встретили какой-то другой вид, просто перепутали его с эквестрисом. Но нет. Нет, оказывается, бывает такой эквестрис. Итак. К сожалению, на этом описание Цезаря Запаты заканчиваются, и описание цветка я не нашла, но известно, что именно эта форма дала развитие
очень известной ветке в селекции и гибридизации Riverbend. Я думаю, вы о ней должны были слышать. Она действительно пользуется популярностью. Да-да. А Phalaenopsis equestris Riverbend лично я в основном встречала у американских коллекционеров. И судя по фото и их описаний на форуме, описаний самих коллекционеров, Phalaenopsis и ветки Riverbend имеют очень насыщенный розовый цвет и темно-розовый цвет цветов. Они несколько больше по размеру, чем у номинальной формы, и достаточно эффектно это все смотрится. И подобные экземпляры очень охотно используются при гибридизации, потому что они дают более яркие цветы, более крупной формы, скажем так, чем от номинальных эквестрисов. И поэтому, да, достаточно популярны они в гибридизации. К сожалению, почему-то у азиатов я не встречала, у европейцев я тоже не встречала, поэтому в моей коллекции, к сожалению, этого нету, хотя я мечтаю когда-нибудь заполучить, и это буду не я, если я не получу эту штучку, но это действительно очень круто, и я считаю, ребятки, надо поддерживать эквестрисы, потому что, видите, вот такая очень интересная, очень выдающаяся, очень отличающаяся форма таголок просто отсутствует, мы просто не можем ее увидеть, пощупать и прочее. Может, конечно, где-нибудь кто-нибудь ее найдет, и она сохранится там в лесах, и, возможно, когда-нибудь какие-нибудь исследователи, ботаники, орхидеисты сфотографируют, опишут, и это будет уже более современные исследования, но пока нет, поэтому давайте будем собирать эквестрисы и другие видовые фаленопсисы, другие орхидеи. Правда, это очень важно покупать их не именно диких, которых сорвали из джунглей, а уже результаты селекции, да, продукты селекции, которые из когда-то привезенных вывели, дальше сохранили и размножили люди в искусственных условиях. Вот их стоит покупать, их стоит сохранять, их стоит популяризировать, передавать дальше, чтобы вот наши с вами внуки, правнуки, все будущие поколения смогли это увидеть, смогли это оценить, а не вздыхали на старые рисунки, которые могут дойти до наших дней, могут, вернее, не до наших, до их дней, могут не дойти до их дней. То есть тут как бы никто не знает, как оно сложится, поэтому стоит сохранять вот такое природное наследие для наших с вами потомков. Поэтому ставим лайки, подписываемся на канал, делимся этим видео с друзьями, со знакомыми, в группах, с теми, кто интересуется Phalaenopsis equestris, тем самым популяризируем эквестрис, расширяем знания. Очень много людей, большое вам спасибо, пишут мне, что благодаря мне и моей коллекции эквестрисов, они тоже влюбились в эквестрисы, тоже стали покупать. И я вот хочу сказать, что я заметила в последнее время такой всплеск продажи эквестрисов даже у различных питомников, ферм. Их стали чаще продавать, чаще встречаются даже номинальные формы, сейчас встречается очень много округлых форм. Все это я клоню к чему? Спрос рождает предложение, и когда люди стали активно покупать и интересоваться эквестрисами, их, конечно же, стали больше, скажем так, производить. Вот, поэтому это очень важно. И тут уже совсем все моя пропаганда закончилась. Огромное спасибо за просмотр, огромное спасибо всем, кто досматривает видео до конца. Это очень важно, я это очень ценю. И на этом совсем все. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.